В рубрику «Мобильный репортер» сегодня пришло сообщение от жителей Абакана. Люди возмущены тем, во что превратилась их улица. Автор ролика проживает на проезде Новогоднем. Смотрим видео. Вот туалет, например, наш, посмотрите. За ремонт и благоустройство туалета мы платим деньги. Каждый месяц у нас графа, нам потом выписывает наша управляющая компания. Постоянно нам говорит, вот ремонт туалета был, пожалуйста, посмотрите. На улице 40-градусная жара. Баки все мусорные переполнены. Жителям домов. Жители домов приближающих. Нам некуда мусор сваливать. Поэтому наша жилищная компания «Эталон» вот так решает эту проблему. Существует вот такая свалка, где везут частный сектор. Все, что возможно. Запах невыносимый. Окна не открыть. Окна не открыть. Кругом червяки, вообще мухи ужасные. Невозможно просто. Отсюда уже бегут крысы с размером кошек. Мы обязательно выясним, почему не вывозится мусор и когда территория будет приведена в порядок. А я напоминаю, стать участником рубрики «Мобильный репортер» может каждый. Для этого нужно снять видео на мобильный телефон, обязательно прокомментировать происходящее за кадром и прислать к нам в редакцию. Все контакты сейчас на экране. Вот тут же дети наши.